Пам-пам. Пам. Всем привет. Сегодня прошло ровно 2 месяца, как на этом канале вышло последнее видео. Да. Я вернулся. Возвращение. Долгожданное или недолгожданное, я не знаю. Там и Мистик сделал ролик по майну, так что все возвращается. Почему я решил вернуться? Потому что в комментариях, которые говорили, чтобы я вернулся, было очень много, я не ожидал, что будет такой ажиотаж. Около 200 комментариев. И я решил, что вернуться все же нужно. Потому что все же я не закончил свои цели, да? Нужно кнопку взять, хотя бы серебряную, а может золотую. Почему бы нет? Так вот, многие задаются вопросом, почему я забросил этот канал. Почему я хотел забросить, по крайней мере. Потому что возникла одна большая проблема. Проблема заключалась в том, что я устал. Я вел этот канал 1,5 года. И да, я понимаю, что это небольшой срок, некоторые люди ведут канал 10 лет и все равно не устают и ведут дальше, но я не ожидал, что будет настолько трудно, потому что у меня была работа, была учеба, был этот канал, еще другие хобби, которые я делал, да, и приходилось мне рисовать в 2 часа ночи, именно ночью, когда все заканчивал дела свои, и я рисовал. И вот это вот все накапливалось, и было тяжело. Итак, 1,5 года получается, ну как год. Скажем так, не будем увеличивать цифру. Поэтому я решил, что все же я подустал. Потом, количество персонажей, которых я должен был сделать, росло с каждым новым видео. Ты думаешь, что ты нарисовал одного персонажа, ты сминусовал одного персонажа, должно стать легче, но добавлялось еще 5 персонажей. И ты такой, я должен их нарисовать, но не получается. И это тоже давило на тебя с... Вот, давит. Поэтому я решил отдохнуть. 2 месяца я ничего не выпускал на этом канале. Выпускал на том канале, но и так неактивно. 5-6 роликов там есть. 6 роликов, если не ошибаюсь. Можете подписаться на этот канал. Там тоже будут выходить ролики другого формата. Но все же там тоже будут выходить ролики. Туториалы. Теперь я хочу объяснить, как будут выходить ролики. Чтобы не возникало вот этого трудности с персонажами, количеством персонажей. Я решил сделать так, чтобы мне было легче, чтобы вам было легче понимать. Под каждым видео, вот комментарий, который наберет больше всего лайков, персонаж, который наберет больше всего лайков, будет и следующим персонажем. Так будет, мне кажется, честно, и для вас, и для меня будет легче. Будет один персонаж каждый раз. И я хочу делать ролики 3 раза как минимум в неделю. Ну как, 3 раза или 2 раза как минимум в неделю я буду делать ролики. Пока вы будете набирать лайки под комментариями. Так будет легче для вас, для меня. И цель в этом году я хочу набить 100 тысяч. Я знаю, что не получится, но почему бы нет, да? Постараться. Постараемся. Все, что я хотел сказать, я уже сказал, да, если не ошибаюсь. Наверное, да. Ну ладно, как у вас дела? Напишите это тоже, я уже... Давно не делал озвучку, уже как месяц, наверное, поэтому немножко отвык. Так что да. Если у вас есть какие-то либо иные вопросы, я не знаю. Я тут рисую, если что, какаши без маски. Я его ни разу так не рисовал вообще. Это как-то странно для меня, что я рисую какаши, но ни разу не рисовал его без маски. И вот, можете взглянуть на какаши без маски в... Моей адаптации, да, так скажем. Ну так вот, сегодняшняя новость в том, что я вернулся. И буду вас радовать контентом, если, конечно, вы будете рады. Возможно, никто даже не посмотрит это видео. Я не знаю, остались ли люди, которые смотрят все еще. Так что всем удачи и пока, до скорых встреч, скоро увидимся. Бай-бай.